Я. Я врубаю дафпанк, крутит мне план. О боже! Слушай, ну такого утра у меня еще не было. Проститутка! Много причин, чё ты толкаешься? Ну чё ты там? Я ноготь сломала. Все будет хорошо, все будет хорошо, все хорошо, все хорошо. Надо радоваться. Не надо напрягаться. Это ты во всем виноват. Это я во всем виновата. Не трожь меня. Я сказала, не трожь меня. Не трожь меня. Не надо меня только, не трожь меня. Этот мир вообще такой несправедливый. Почему это со мной случается постоянно? Почему я ничего не понимаю? Ты представляешь, я просто взяла и поломала ноготь. Да, поломала. Подожди, там на второй линии мама. Алло, мам, я ноготь поломала. Доктор, я нахожусь в стадии глубочайшей депрессии. Вы просто поломали ноготь. Просто ноготь поломала? А ты не голодный? Давай ложечку за маму, ложечку за папу и дю-дю мой маленький. Ты папу потер? Алло, ты где? Я чувствую, что возле тебя какая-то женщина. Блондинка, голубые глаза, 1.70 м. А что за фингал у тебя такой, а? Кто обидел моего парня? Все, выезжай. Зай, а ты меня сильно любишь? Прям очень-очень-очень? Прям больше-больше всех? Точно! Я сказала, ты куда пошел? Кто ты любишь? Что ты сюда пришел? Уходи! Ты что делаешь? Ты мусор вынести не хочешь? А меня хочешь? Тогда мусор вынеси! Ты меня уже бесишь! Ты меня уже задолбал! Почему ты ничего не делаешь по дому? Может, давай поговорим? Выходи за меня. Ой, а чё это так долго и год не прошло? А шо, в лифтах уже и зеркало есть? Боже мой, мы не провалимся? Почему он пищит? Почему он так дёргается? Ну, наконец-то мы одни. Лифт перезагружен. Пожалуйста, покиньте помещение. Что? Оу, гаджет! Селфи, чёрная Пандора. Алло, я в лифте! Я в лифте, сейчас сеть пропадет! Алло, алло! Господи, что делать? Как жарко! Вообще, какое сегодня число? Что? Блин, а я все еще не похудела к лету! Есть теперь вообще не буду! Да кому он вообще нужен? Блин! В интернете говорят, что если заниматься на свежем воздухе, то можно быстрее потерять килограммы! Как это вообще работает? Боже, мои шорты с того года. Мне так было с вами хорошо. Интересно, мне поверят, что это шорты? Как похудеть за один день на 3 кг? На 10. Ну так а ты как худела? Слабительная? Я тебе перезвоню. Ты чего плачешь? Мне туфли жмут! Аривидерчи, неудачники! Господи, я получила золотую медаль! А что тебе с ней делать? Блин! Скоро идти танцевать выпускной вальс! А вдруг меня Сашка не подымет? Он же такой хиленький! А я съела вчера 2 пиццы на ночь! Аттестат получен! Теперь можно все сказать математичке! Анна Петровна! Ребята, ребята, мы самый лучший выпуск в этой школе! У тебя были самые вкусные мини-пиццы и сосиски в тесте в моей жизни. Столовая, где я такую найду? Ну что ж, друзья, школу мы уже закончили. В университете будет намного проще. Мы сейчас никуда не расходимся. Подходим все за школу и там... А цветы всем нужно было покупать? Я не болею. Я ввела все свои симптомы в Google, и у меня сибирская язва. Все то, что я нашла непосильным трудом, я оставляю своему коту. Я просто хочу помыть голову. Работать, 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 работать.
я болею, а значит, я могу себе позволить съесть какую-то вкусняшку без угрызения совести. Почему я ничего не чувствую? Только 12 утра. Можно еще поспать. Ты не болей. В смысле помыть посуду? Я только что сделала маникюр за штуку. Какой гулять? У меня над домом такой ливень льет. Слышишь? Сейчас только пятница. С понедельника начну. Да я уже подъезжаю. Ой, кажется, мы сейчас в тоннель заезжаем. Алло, я в пробке стою. Блин, сегодня реально не получится встретиться. Мне столько уроков задали, просто кроюсь. Симс! Вынести мусор? На ночь! Ты знаешь, что это плохая примета? Сколько людей уже пострадало? Ребята, возьмите меня, пожалуйста, в коллектив! Я консерваторию закончила! Что, какой-то тупый движ? Эта музыка вообще говно! Май, тут музыки нет, что ты танцуешь? Музыка у меня в душе! Снова стою одна. А как правильно, гель-лак или шеллак? Я не знаю. У вас тут лампа погасла, включите, пожалуйста. Мне, пожалуйста, чтобы безымянный пальчик был другого цвета. Я ее тут видела на днях, ходила тут по району. Вообще непонятно, в чем одета. Я тебе по секрету скажу, у нее губы силиконовые. А у вас есть сертификат? Какая у вас степень обеззараживания инструментов? Мне кажется, вы таможнички пропустили.